самое, вы знаете, реформы можно проходили и были, и вот для того, чтобы понять, что такое реформа, нужно сравнить реформы, которые когда-либо и где проходили. Вот колоссальный пример к этому. Как можно проводить реформы умные и безумные? Ну, например, вот если сравнить реформы, которые проводил Петр Могила на Украине, и реформы, которые проводил Никон в России. Вот Никон проводил пример тому, как не надо проводить реформы, а Петр Могила, ну, как надо. Вот ситуация была очень интересная. Ведь не надо думать, что западная цивилизация и главы латинской веры, что они примитивные и глупые. Нет, это люди Папа Римского вообще-то, чтобы вы знали. Кстати, вот Иоанн Павел II, когда было празднование 2000-летие вступления мира в миллениум, он произнес удивительную фразу, которую он не повторяет, но которая знаковая была. Он сказал так, с уходом коммунизма с политической арены, сказал Иоанн Павел II, кстати, один из самых образованных людей века уходящего. Папа Римский — это абсолютный авторитет, это очень люди, ну скажем так, мягко говоря, не самые глупые, один из самых образованных людей. Вообще лидеры церкви, и наши православные, и католические, и лидеры других конфессий, буддисты, и церкви ислама, это люди очень образованные. Люди, так сказать, поверьте мне, случайно люди не становятся. Церкви, это, так сказать, православные классные. Так вот, Иоанн Павел II в 2000 году сказал, когда миллениум праздновал, он сказал так, с уходом коммунизма с политической арены человечество ничего не приобрело. В коммунизме было звено рационально. Это говорит один из самых выдающихся людей века уходящего. Так вот, когда вот Тарас Бульба, как раз Гоголь писал, это же фильм посмотрели, как раз период так называемого униатства на Украине, когда католики, завоевывая часть Украины, они делали, поступали очень умно. Они не запрещали православную веру, нет. Но они преподавание вели только на латинском языке. И, так сказать, была система, очень сложное взаимоотношение. Они только не понимали, что нельзя агрессивно загонять людей, лишать веры. Это совершенно глупо. Потому что гонение на веру порождает только, так сказать, разных, так сказать, пророков, так сказать, подвижников и так далее. И они делали очень просто. Они давали унии, преподавали только на латинском языке, разрешали, но постепенно сужали сферу деятельности православной церкви на Украине. И тогда был, так сказать, митрополит Могила, который, наоборот, в противовес унии латинской, создал духовную семинарию в Киеве, где воспитывал кадры православных священников. А на самом деле учителей, потому что все образование и на Украине, и в России, но вокруг, так сказать, религии. То есть он именно воспитывал патриотов, людей, которые способны были потом, так сказать, доносить именно вот, так сказать, национальную человеческую самобытность. И ему это удалось, он практически переиграл лидеров католической смерти, церкви, он воспитал очень мощную плеяду последователей, церковников, которые по большому счету и держали Украину, не давали, так сказать, вот это вот. Где такой сын Украины? Есть Запад, есть Малороссия, то есть часть это держали и не давали, так сказать, защищали, несли людям, объясняли, что православие является основой вашей культуры и отход от православия лишит вас самобытности и так далее. И наоборот, другие реформы, которые проводил Никон. А действительно, реформы, которые проводил Никон, они необходимость их была очевидна, потому что после смуты 17 века все книги надо было переписывать. Почему? Потому что, ну, в церковной жизни там не столько не устало. То есть нужно определенным образом читать молитвы, там, отпевание читать. А это все было, так сказать, что называется, в разрыве. Читали как хотели, целые дралы пропускали. Не нужно было все это проводить к определенным, так сказать, знаменаниям. Эти реформы, они неизбежны были, потому что иначе это не церковная жизнь, как это знаете. Но он их провел так, так безграмотно, так бездумно, что породил внутреннюю оппозицию. Люди там сжигали себя и так далее. То есть вот пример совершенно глупых и неправильных реформ. То есть их нужно было проводить. Он провел так, что ополчил против себя часть, так сказать, духовенства, часть верующих, часть россиян и так далее. Поэтому в данной ситуации я вам хочу сказать, что, вы знаете, у нас с вами тысячи лет. И
вы понимаете, через нас прокатывалось, через нашу историю, через нашу страну, прокатывались такое количество напашки, и вот сейчас очередной напашки идет. И не мы первое поколение, кто это все переживал, и так далее, но вот во времена смуты 17 века, вообще 100 лет каменных зданий на России не строили. Не строили просто, потому что половина населения вымерла там, и свидетельство о том, что практически все, так сказать, области русские обезлюдили, потому что женщины не рожали, это практически, так сказать. И вот нечто подобное сегодня и мы переживаем. То есть, когда вот эта волна униатства западного прокатилась по России с реформами Ельцина 90-х годов, вы же видите, что вся промышленность развалена, все пустело, так сказать, население с ума сходит, так сказать, безработница и так далее. Но я вам сказать, что все это было в истории России, и еще одну волну мы переживем, безусловно, переживем. Хотя, знаете, не хотелось бы жить во времена этих потрясений, потому что все-таки нормально жить, а не так, как сейчас. Все, давайте выключим.